25 первоклашек с цветами в руках переступили сегодня порог 5-й Мурманской гимназии. Новые знакомства, первые учители, первые оценки – все это еще впереди. А пока самые младшие школьники принимают поздравления, в том числе и от мэра города. Белые банты, новенькая форма, букет цветов для классного руководителя. Правда, как он выглядит, дети пока не знают. Фото на память, и первоклашки с волнованными мамами и папами переступают порог гимназии. Как любые родители по магазинам бегали, искали, то есть прическу делали, 2 дня спала на бегудях. Вот, сегодня вот сделали бантики и пришли в школу. Если малышне все в диковинку, для старшеклассников 1 сентября событие привычное, хотя, признаются, и по-прежнему волнительное. Ученица 9 класса Милена о прошедших школьных годах вспоминает с теплом. Говорит, ее учителя самые лучшие. И без скромности добавляет, вон какой талант помогли воспитать. Я пела на фестивале Кандалакши, город солнца, который. Вот. И меня там прозвали золотым голосом фестиваля. Но я не хотела бы хвастаться, но это так. Танцевальные номера, песни о школьных годах, напутственные речи и поздравления. Со временем торжественные мероприятия в актовых залах не меняются. Но каждый раз в глазах учеников, родителей и учителей волнение. Ведь именно такого 1 сентября уже не будет. Хорошего настроения, учеба с желанием, чтобы учеба доставляла им радость и удовольствие. Хотя, конечно, не всегда такое бывает, но... Именно хочется пожелать. Ну а родителям, в первую очередь, чтобы маленькие мурманчане их радовали. Радовали своей тягой к знаниям, своим здоровьем, своим желанием заниматься спортом, своим отношением к папам и мамам. Какая-то техническая накладка. Можно мы еще раз начнем? И смотрим на приятелей.